меня есть небольшой опыт, но, к сожалению, он мне не позволяет более качественно, эффективно проводить тренинги. И мне было очень интересно приехать в Архангельск, потому что я знала, что здесь есть гарант, который качественно и эффективно проводит свои мероприятия. Инструментарий, который нам дали, этап ведения всего тренинга, с чего начать, чем закончить, разные такие небольшие фишечки, да, чем наполнить свой тренинг, как качественно, опять же, работать с участниками, как подойти к этой целевой аудитории. То есть настолько практические были здесь занятия, что у меня такой багаж знаний, что у меня голова вот так вот пухнет. Нам объяснили, что необходимо переключать фокус внимания, необходимо делать какие-то классные движухи, активности на командообразование, на то, чтобы род деятельности сменялся, и у людей остался прежде всего позитивный вот этот опыт, позитивный опыт от тренинга и, конечно же, те знания, с которыми они идут. Штучки, которые мы здесь получили, я надеюсь, что я их применю уже в своих тренингах.